Так, ты опять в эту игру играешь? Да, играю. Почему в хате не убрано? Посуда не помыта. Вставай с компьютера, я буду сейчас блокировать твой этот Майнкрафт. Сейчас заблокирую твой аккаунт. Забила мой аккаунт! Чего не хочешь делать? Иди отсюда! Я хочу, чтобы ты была. Встань, я же тебе скажу, бегом! Все! Кому сказала? Зачем ты удалила? Встань, не удалю, и буду удалять, пока ты не научишь маму слушать. Чего я не кормлю? Я вышел, потому что мама удалила аккаунт. Она закрыла. Она закрыла Майнкрафт и удалила Майнкрафт! Всем привет, дорогие друзья, с вами Серджи, я давно очень не снимал видеоролики, и сейчас я здесь вернулся, потому что я болел. И все хорошо, я нашел опять нового Грифер, вот он, там у него дом есть, я прочитал уже вывеску, сейчас я буду звонить, я дом уже весь посмотрел. Я хочу сказать, что да, если вы хотите также снимать анти-Грифер-шоу, я постоянно это говорю, я думаю, многие уже заметили, есть привилегии анти-Грифер-шоу. И вы можете делать только то, что здесь написано. Возможность снимать анти-Гриф, вы можете снимать анти-Гриф, у вас есть молот Тор, есть стрельба-стрел, могильный шар, вот только то, что здесь написано, вы это можете делать. Вот они, все эти команды. Анти-Грифер-шоу, пока привилегии, там столько вот стоит вот такая. Можете, если хотите снимать, заходите, приобретайте и играйте, и снимайте. Никто вам не запрещает. Вот что написано здесь, то вы и можете. Так, а сейчас, по идее, должен звонить уже кто-то, видите, гром включает здесь постоянно. Бог, видимо. Так, вот сейчас он должен позвонить, он где-то здесь бегает. Я уже ему писал. Сейчас мы его ждем с вами. И он будет здесь. О, звонит. Все, сейчас. Алло, тебя не слышу. Алло. Алло, привет. Здорово. Здорово. Вот, я тебе писал насчет... Ты приютить мог меня? Да. Ты где? Вот, ты не видишь меня, что ли? А, то вот. Чё так тихо говоришь? Да просто что-то это. Только проснулся. А, только проснулся. Только проснулся сразу Майнкрафт? Да. В общем, я у тебя вот увидел, вот, и говорю, даю руки гриферства. 150 рублей. Это что значит? Ну, это для тебя, ты первый, как сказать, кто первый ко мне пришел, значит, для тебя бесплатно. Бесплатно? Да. А ты уже кого-то учил? Да. Не, а что бесплатно? Я не люблю ничего бесплатно делать. Ну, ладно. 560 тысяч рублей стоит. У тебя написано 150 рублей. Какой 560 тысяч? Там зачеркнуто. Там, например, вот видишь, там ну не один, а вот 5, но один зачеркнутый. И там вот 6 и... Ты укурился? 150 рублей написано. Какой? И вот тут написано Дратути. Дратути? Да. Это же в мемах приколы пошли. Короче, пойдем в дом. Так ты меня научишь урокам гриферства? Да. Бесплатно пока что. Потом... Ну, я готов заплатить. Короче, смотри. Ты хочешь, чтобы тебя не загрифер? Ты хочешь людей гриферить? Ну, научи меня. Смотри, вставай вот сюда, где я стою. Зачем? Ну, гриферить ты как? Ты грифер, получается? Да я учу тебя гриферить, блин. Ну, так ты же сам грифер. Ну, встань сюда. Смотри. Видишь, например, вот... Например, у тебя бегит грифер, а ты должен быстро вот так вот обойти его и бежать вперед. Не понял. Потом... Что я должен сделать? Ты должен вот так отойти, он, например, побегит дальше. И ты такой должен обойти его вот так вот, потом на. То даже есть... вот смотри, беги на меня. А, то есть я на тебя должен бежать? Так, да, так я сейчас типа грифер. Да, беги. Ну вот, бегу на тебя. Типа я такой выворачиваюсь и тебя по спине бью. А, это я сейчас так должен сделать, типа. Да, давай. Раз, два, три, давай. Так, вот, делаю. Вот, опа. Типа. На, получай, видишь? Теперь давай надо мне так попробовать. А я могу вот тебя ударить-то? Эй, ты чё? 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 Стой, случайно, я просто проверяю. Давай, типа, я бегу, а ты, типа, вот так вот давай. Так, я тебя должен отбить, да? И вот так вот, я тебя должен ударить. Да, молодец. Быстро учись. Это один урок, а ещё есть как-то? Да. Теперь смотри, иди за мной. Угу. Мне нравится этот. Немного так можно убить людей. Да, ну, да. Нет, так ты же учишь гриферить, а ты сейчас защиту от грифера придумал. Ну, или... да. И то, короче. Вставай сюда на балкон. Видишь, смотри, вот, запрыгни сюда. Например, смотри, я бегу на тебя, да? И тебя грифер хочет ударить. Беги, и ты спрыгивай. Давай, я типа тебя ударю рукой. Все, спрыгивай. Спрыгивай, и потом, пока я смотрю, где ты, я пока, например, ушел АФК, например, игрок...
ты быстро заходишь в дом, обходишь его и убиваешь. Так ты думаешь, так кто-то будет стоять ждать? Ну, мало ли еще чего. Тут на серии много чего происходит. А потом он начнется, и где ты находишься, он тебя не видит. Вот. Я типа прибежал, тебя убить должен? Типа ты меня убил. Уже убил. Ага. У меня вот просто как раз кит-старт есть, тут топоры. Ну все, это мои трени. И все? Да. Блин, я еще хочу. Ну, сейчас что-нибудь. Смотри, вставай сюда на диван. Да ну, если ты 500 рублей готов заплатить. Куда кинуть только? Скажи. Пока что не надо. Подожди. Ну, короче, хорошо. Теперь поворачивайся. Повернулся. Да нет, в окно смотри. Какое? Вот это что? Да. А это что за урок? Где? Ну, это... ты сейчас какой мне урок хочешь научить? В окно смотри? Ну, смотри, видишь, например, ты видишь дом Гриффера. Хочешь его загриферить, да? Ну. Смотри. Да, хочешь... вот этот дом гриферский какой-то. Хочешь ты к нему прилететь быстро? Через мой дом? Да. Сейчас ты прилетишь. Так а... Все, ты к нему летишь. Жди минут 10. Подожди. Смотрю. А ты зачем меня убил-то? В смысле, я тебя не убил, я вообще-то смотрел. У меня кит-старт, да. Так ты меня нахрена убил? Я тебя не убивал, ты чё? Ты меня в своем доме убил, дурачок. Слышь, ты дурачок, ты кого дурачком обозвал? Да так ты меня убил, потому что... Чё ты врёшь? Не вру, ты меня убил. Да-да-да. Стой. Я тебе кол пишу. Видимо, что-то непонятное произошло. Стой, прими сейчас. Ну прими сейчас. А я не знаю, как на этом сейве принимать. Да что ты гонишь-то? Я просто новичок. Новичок? Да. Я просто в своем доме уже был тут иногда. Ну я же тебя заприметил. Так ты примешь, нет, кол? Нет. Не примешь. Не примешь. Вот я тебе кол пишу, ну прими ты. Да ты иди мне... ты! Ну так ты меня зачем убил тогда? Хочу, убиваю. Ты грифер. Так, ты опять в эту игру играешь? Да, играй. Почему опять? В хате не убрано, посуда не помыта, не за двором не подметено, собак не покормил, я на работе, Женя. Так, вставай с компьютера, я буду сейчас нет. блокировать твой нет. этот Майнкрафт. Что это такое? Я не пойму, а? Ты глянь, ты погляди на него, вообще ничего не хочешь. Вставай сейчас же, мне буду сейчас блокировать Майнкрафт. Нет. И еще заблокирую твою. Зачем ты удалила мой аккаунт? Вообще маму не хочет слушать, а? Ну ты глянь, все нервы уже вымотал, а? Целыми днями сидит и сидит. Не надо, ничего все, не хочет иди, делать. Иди отсюда! Да, не хочу, чтобы ты здесь была. Встань, сейчас же скажу, бегом! Все! Я кому сказала? Зачем ты удалила? Встань, удалю и буду удалять, пока ты не научишься маму слушать. Бессовестный! Я тебе дам по заднице, ты глянь на него, а? Вообще ничего не хочет делать дома, а? Ни уроки, ничего, ни таблицы умножения, ничего не хочет учить. Ни математику, ни русский, ничего. И как не убираюсь вообще. Помыть, а? Что все. Я спрашиваю, а? Алло, что мне делать? Ты слышишь? Погляди. Я не знаю. Совестная вообще, мать. Все, я все заблокировала. И вообще вот так. Выключай сейчас же. Мне... Мне выключать или что? Я не знаю, мама, нет. Выключай. Ты глянь, а? Я на работе. А он даже ничего не хочет никак ничего делать. Ну а? Мам, ну мам! Не покормил, да, хочу я не кормлю! Я в Майнкрафте долбана, все. Все, мне же сил больше нету. Я вообще буду гавкать, а? Что же это такое, а? Давай сейчас. Нет! Давай, нет! Я вышел, потому что мама удалила аккаунт, она да, закрыла. Удалила. Она закрыла Майнкрафт и удалила Майнкрафт! И чё? Всё, давай. Нет, всё, нет, давай, иди, от, иди, давай. Иди. Давай. Нет. Давай. Нет. Так, что это такое? Почему-то нет, а? Не хочу. Почему-то нет, а? Да что ж это такое? Я сейчас вообще выключу, мам, уже горло охрипло, а? Болит уже, да что же это такое? Целыми днями сидит и сидит. И не встанет, ничего не делает, мама не поможет, а? Что это такое, спрашиваю? По жопе дам. Всё, иди, уходи отсюда. Пока. Все, пока. Было здорово, ребята. Такие гриферы, даже что-то все быстро произошло. Заходите на сервер Майнкрафт наш. Седжокрафт, IP в описании ролика. Всех ждем, версия 1.8 и выше. Поэтому всех ждем. Было весело, здорово. Всех ждем.